Привет, из Саннеса. Это юго-запад Норвегии, недалеко от Ставангера. Здесь проводится фестиваль Blind. Сегодня в программе масс-старты у мужчин и женщин, там четвертьфиналы, финалы, полуфиналы по биатлону и по лыжным гонкам. Я здесь представлю только финалы мужчин и женщин по биатлону. У женщин по биатлону попали Янина Хетти, Элине Грюе, Норвегия, Хлоя Шевалье, она же и Буше заодно, Франция, Хана Кебинге, Германия, Анна Вайдель, Германия, Лу Жан Моно, Франция, Юни Арнеклай, Норвегия, Гро Ранби, Норвегия, Марта Йоханссон, Норвегия, Ванесса Войт, Германия, Кнот, Норвегия, Мари Веттерхюс, Норвегия, Каролин Кноттен, Норвегия, Гелоне Гигона, Франция. Не знаю, на кого поставить, кому отдать предпочтение. Может быть, француженки или Каролин Кнуттен. Она медленно бегает, но в прошлом году хорошо стреляла. Правда, тут не особо важен бег, дистанция короткая, нет никаких подъемов. Ну, будем посмотреть. У нас первая стрельба. О, Кнуттен два промаха. Йоу, йоу, все мажут. Арне Клайв, последний. Опа, Арне Клайв. И вот Германия, енотик попал. Все, погнали. Йоу, Каролин Кнутен, 4 промаха. Ну, тут относительно не страшно. Тут такие совсем маленькие штрафные круги. У нас вторая стрельба из положения лежа. Оп, давайте смотреть. Вперед вырвались, ну, относительно вперед, тут фигня. Это не зима. Кто это у нас? Фой, Жан Моно, Кабингер, Арнеклайв, Ренбю, Хетти, Енот приполз. Давайте смотреть. Хоп, мажу. Жан Моно, Арнеклайв, опа, Арнеклайв первая с одним промахом. Оп, кто там еще? Жан Моно вторая, тоже с одним промахом. Хеттик с одним промахом. Остальные похуже. Ранбю с одним промахом. Сейчас посмотрим. Круги тут маленькие, особо ни на что не влияет. Ну, относительно ни на что. Так. Третья стрельба, она же первая стойка. Арна Клайв первая. Жан Моно вторая. Дальше подотстали. Смотрим. Опа, есть. Первый пошел Арна Клайв. Два. Три. Четыре. Эх, пятым мимо. Ну, Жан Моно тоже уже примазал. Оп, оп. Все, осталось то же самое. Жан Моно вторая. Примерно та же разница между ними. Хеттик. Хеттик 5 из 5, Ранбю 1 промазала. Дальше смотрим. Оп, Вайндель, Йоханссон. Оп, Йоханссон мажет, Вайдель, штраф. Кебингель 1. А, нет, Кебингель 5 из 5. Йоу, 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 йоу. Арне Клайв 7 секунд, ну 8 секунд. Выигрывает у Жан Моно. Все, заключительная стойка. Арне Клайв пока первая. Сейчас посмотрим, какая тут разница между второй. Ну давай, давай. Хая Норге. Оп, приехала Жан Моно и Хеттик. Ой, первый промах.
Второй промах. Йоу. Третий промах. Попало. Йоу, 4 промаха Арна Клайд. Сейчас посмотрим, кто тут воспользуется ли. Жан Моно 2 промаха. Хэттик 2 промаха. Ранби 1 промазала. 2 промазала. Йоу, все мажут. Кавенгер 5 из 5. Сейчас посмотрим, что это будет после штрафных кругов. Кавенгер 1. Жан Моно 9 секунд. Вайдер 10 секунд. Хэттик 12 секунд. Но Кавенгер 1, Вайдер 2, 3 Джан Моно, 4 Грея. Мужской финал. Андре Стромсхайм, Сверре Аспенес, Фабиан Плу, Стурла Лаграй, Эмилиан Плу, Мартин Фемстенвайк, Лукас Фратшер, Йоханнес Дали, Мартин Невлон, Айнар Хедегард, Петер Бьорн, Терье Бьорн, Йорген Саттер, Вебьорн Сёрум. Первая стрельба, положение лёжа. Оп, давай смотреть. Клоды мажут, оба, Аспенес мажет. Далее мажут. Дорошиловский стрелок. Кабьо. Крут. Сёрум. И Франша. Вроде только трое не промахнулись. Ну тут, в принципе, кружок маленький. Не будет таких отрывов, как зимой. Там почти полминуты. Разница. Тут вообще фигня. Первый Фратшер. Второй Бьо. Третий Фабенко, четвертый Сёрум, пятый Фемстенвик, шестой Невилан, седьмой Аспенес, восьмой Саты, далее десятый, одиннадцатый Бьорн. Ну да, таких отрывов тут нету, как зимой. Никаких подъемов, никаких опасных спусков. Гонишь по прямой и по барабану все. Оп. У нас третья стрельба. Положение стоя. Сёрум и Фратшер. Сёрум 2 из 2. Промазал. Фратшер промазал. Фемстевик, Бьо, Жетут. Сёрум с одним ушел. Фратшер с двумя. Фемстенвик мажет, Бьо мажет. Опа, Аспенес тоже мажет, два мажет. Бьо с одним ушел, Фемстенвик с двумя. Клод два, три промаха. Ну, короче, походу ребята отпали. Далее, пока один. Далее с одним ушел. Сейчас посмотрим итоги. Сёрум первый. Бьо второй, 11,8. Фратшер 12,6. Ну кто дальше? Круги тут вообще никакие. Фемстенвик 22,8. Да, тут это отыграть нереально. Далее полминуты отставания. Ну у нас последнее. Огневой рубеж, положение стоя. Сёрум лидирует. Тарья Бьо где-то не подотстал чуть-чуть. Вот. Первый мажет. Второй попал. Третий попал. Четвертый мажет. Два штрафных круга. Что скажут Франшер и Тарья Бьо? Небольшой шанс есть. Бьо мажет. Фратшер 2 из 2. Опа. Фратшер мажет. Бьо еще раз мажет. Бьо 2 промаха ушел. Фратшер 1 промах ушел. Фемстенвик. Блин, не могу его выгореть. Фемстенвик.
Три промаха. Дали только один промах. Стромсхайм два промаха. Саттер один промах. Лаграй один промах. Ёлки, все ворошиловские стрелки. Клоды вообще непонятно где. Ну, с победителем тут ясно, типа все заплачено. А вот за второе место поборются. Все, первый Сёрум. Второй Хедегар на финише порвал Фратчера. Тарьебё только четвертый. 19 секунд, почти 20. Далее, так примерно в полминуты остался. Стрелять надо лучше. 27,5. Что там дальше? Тут разрывы небольшие, в принципе. Это не зима. О, Лаграй седьмой. А, нет, шестой сначала Саттер. Седьмой Лаграй. Восьмой Фемстайневик. Фемстайневик. О, выговорил. Девятый. Прошу прощения, вторую стрельбу не показал. Была проблема с камерой. Все, закончили. Награждения как такового не будет. Всем удачи в зимнем сезоне. Больше на летний биатлон я не еду.